Два популярных канала решили сразиться друг с другом за право называть себя универсальным блогером. Каждую неделю они будут пробовать себя в разных жанрах YouTube, сражаясь за главный приз. Победителя будут определять эксперт и народное голосование. Два канала, 8 жанров и только один победитель. И это битва блогеров! Спонсор выпуска – компания HoodieBuddy. Современная одежда со встроенными наушниками. Вся информация на сайте. Всем привет! С вами Коля и Гурам. Это проект Рака Макафо. И наш первый выпуск «Битвы блогеров». Жанр, с которого мы начнем сезон нашего нового проекта, очень хорошо знаком нашим зрителям. Не будем лукавить, он хорошо знаком и нам самим. И в первом выпуске «Битвы» мы будем состязаться в жанре «Пранк». Что же такое пранк? По своей сути, это розыгрыш, снятый на скрытую камеру. Пранкеры ставят людей в неловкие и нестандартные ситуации для того, чтобы посмотреть на их живую и естественную реакцию. Самые яркие представители жанра. DM Pranks, знаменитые своими клонами-убийцами. Fawcy Tube. Роман Этвуд. О май гад! I'm sorry. Пранк versus пранк. И, конечно же, русский парень из Калифорнии Виталий Здоровецкий. Тебя давно никто не бил! Скотина такая! Скотина, дай сюда ремень! Многие сомневались, а прокатит ли такое в российских реалиях? Долгое время вопрос оставался открытым, пока не появились замечательные ребята с канала Рака Макафо, которые уже успели зарекомендовать себя перед 750-тысячной аудиторией. Хорошие ребята, кстати. Очень крутые. Да, этот жанр нам знаком, но какой-то баянист и какой-то битбоксер с каналом Джобовой бросили нам вызов. И прямо сейчас мы проверим, кто делает видео в жанре пранк лучше. Поехали! Не можешь помочь? У меня машина захлопнулась, один не могу, не справлюсь, нужно подержать буквально. Бля, главное, чтобы ты ее не крал. Просто у меня электроника барахлит. Я ключи оставил в зажигании. Я один проволоку уже установил, просто в определенный момент нужно будет потянуть на себя. Я же говорю, главное не угоняй. Да это главное, конечно. Что за херня? Парень, ты чё? Стой! Ты чё, иди сюда! А чья машина? Это моя машина, ты куда убежал, а? И возьми его! Ты чё, парень? А чувак попросил меня? В смысле? Какой чувак попросил? Это моя тачка! Ты чё такое за фигня? Нет, я ничего. В смысле? Я не знаю, просто попросил меня помочь машину открыть, я не знаю. Отвечай, блин, зачем мне? Чё ты врёшь, блин? Я иду с универа. Подходит чувак, говорит, помоги мне открыть машину. Какого универа? Универ взломщиков и мародеров ты идешь? Откуда ты идешь? Я из лесопилки иду. Ты что, вообще что ли? Чувак, я просто... Что происходит? Что за цирк? Какой проходил? Меня он попросил помочь. Да ты честно, ты зачем врешь-то, парень? Слышишь, я вру? Я еще и вру. Ты плашу кому-нибудь нашу, я что, это брат то что ли? Или вы что, орудуете семьей или что-нибудь? Я тебе хочешь студенческий покажу? Давай показывай студенческий, хоть студенческий. Покажи, что ты учишься в универе, бля, вот. У меня зачетка, все есть. И что это? Зачем мне? Бля, ты мне только что сказал, иди, пойдем, помоги, у меня машина закрылась. Вы вдвоем сейчас стояли, я видел же прекрасно. Я ему помогаю. Ты ему помогал, ты сам сейчас говоришь, что ты ему помогал. Улица Парголовская, 11, только что двое молодых людей, не русской внешности, пытались скрыть мою машину. Я русской внешности. Я тебя понимаю, то, что у тебя сейчас это, да? Но я реально шел мимо, и пацан сказал то, что... Тебе не стыдно врать так, я не понимаю? Я же прекрасно вижу, вы даже похожи друг на друга. А при чем тут я? Я просто студент, на самом деле, я лесопилка. Какой студент? Я тоже лесопилки учусь, я только с зачета иду, блин. Я даже могу показать зачетную книжку, что я сейчас зачет получил. Какая разница, ты зачем машину? Зачет по вскрытию машины? Какое вскрытие машины? Вы чё, парни, а? Ты чё меня дуришь, не понимаю? Я не дурю. А чё глаза-то бегают? Ну, блин, я обосрался, я вообще не в курсе, блин. Обосрался?
Конечно. Ребят, я пойду, честно, я... Куда ты пойдешь? Ты стой вообще, а? Зачем? Ты вообще подозрительный, ты посмотри на себя. Этот парень с помпончиком хотя бы выглядит прилично. Да он меня попросил, я вообще брат, не хочу. Давай ты вызови полицию, пусть он за свою ответ. Давай вдвоем, реально. Вот без всяких полиций вдвоем разберем сейчас в гараже и все. Нашел сейчас спокойно шел домой, мне надо сейчас сделать это. А я просто шел страховку, прямо, блин. Просто спокойно шел прямо, никому не мешал. Какой шел прямо, ты меня здесь стоял, поджидал. Это потому что он не русский, ты на него гонишь или что? Нет, ничего не гоню. Нацист получается, что ли? Я никакой не нацист. Ты меня подставил, друг. Я вообще не знаю, отвечай за это. Я за твою батву отвечать не собираюсь. У меня есть погреб. Вот такой. Не, я в этом участвовать не собираюсь. Участвовать собираетесь? Вот, давай я позвоню в полицию, ладно? Что это за фигня, не понимаю, где ты, вы это взяли вообще? Эти машины даже не вскрываются. Мы совсем в лесопилке там. Вы что, не умеете машину раскрывать? Вы скрывать машину даже не научились, вот эту фигню машину не скрыть. Я-то знаю. Ждем полицию, Это же не Рено. Знаю, ты хочешь, чтобы они меня в погреб закинули или что? Зачем это делать? Да, отвечай за свои проблемы сам. Слышишь, ты что врешь-то? Что? Сам он меня загонял, придумывать не надо. Ой, ёлки-палки, что за проблемы? Это просто шел спокойно, так и знал, что помогать никому не надо в этом свете просто, понял? Снимаете, кто-то там снимает. Что снимаете? Ладно, помогать на сада людям надо. Парни, блин. Помогать людям надо, но не взламывать машины. Только никому не говори. Мы его так положим, я что, разыграем? Ладно, нормально все. Да, нормально. Да. Вообще, на самом деле, помогать надо. Да, помогать надо, но ты сам понимаешь. Это что такое? Куда грохнули? Тихо. Парень, тихо, спокойно, успокойся, парень. Не догнать его. Жесть. Вот таким вот получился наш пранк, и теперь для того, чтобы определить, кто же стал лучшим на этой неделе, вам нужно посмотреть видео наших оппонентов с каналов Джобовой. Затем перейти в группу «Битвы блогеров» ВКонтакте и проголосовать за наиболее понравившееся вам видео. Кто же победит на этой неделе, канал Рака Макафо или канал Джобовой? От вашего голоса зависит, кому же достанется этот драгоценный балл. Все ссылки будут в описании. С вами были Коля и Гурам из проекта Рака Макафо. Всем спасибо. Пока. А спонсор сегодняшнего выпуска «Битвы блогеров» – компания «Худи Бади». Современная одежда со встроенными наушниками для повседневной жизни. Бегать, заниматься в зале, путешествовать. В этой одежде вы можете делать все, что угодно. Слушайте музыку без лишних проводов и не бойтесь попадания воды при стирке. Узнай больше на сайте худибади.ру.